Забудьте все, чему вас учили в школе. Теперь вы Iron Bitchiksy. Слушайте устав и поступайте соответственно. Значит, первое. Фотографироваться везде, особенно в ламурной обстановке. Особенно, когда вокруг много людей, но вы, конечно, в центре. Второе, значит. Не забывать про Iron B губки. Фотографируясь, говорите пю. Третье. Фотографироваться всегда в одной позе. Четвертое. Фотографироваться с самым дорогим алкоголем и медвежонком. Пятое. Фотографии обязательно называть. Называть фотокарточки надо словами. Я зайка, моя зайка, день рождения заек в клубе «Октябрь» в VIP-зоне. И так идти далее. Шестое. Если ты не пережарилась в солярии, как кура-гриль, ты не Iron Bitchiksy. Эконом-вариант – обмазаться йодом. Эффект тот же. Седьмое. Чем глубже вырез, тем ты более in the Iron B. Сиськи поднимаем пушапом. Восьмое. Обязательно всех надо называть заями. Если вы не назвали кого-то заей, когда поздоровались, то это дерзость. Девятое. Если вы переписываетесь с кем-то, то здороваться и прощаться нужно со словами чмоки. Желательно еще написать «лютя». И поставить, значит, три закрывающие скобки. Неважно, если вы виделись с собеседником раз в жизни. Десятое. Не забудьте познакомить своего Iron B-боя со своей подругой. А потом минут через 15 поцелуйся с ней в засос. Иначе Iron B-бой не захочет тебя... тебя в туалете. 11. ВКонтакте обязательно должен быть ник типа Свити, Блонди, Канди, Принцесс и тому подобное. Если этой вставочки между именем и фамилией нет, то ты определенно не Iron Bitchiksy. 12. Надо сильно нажраться, а в туалете орать. Как сильно ты хочешь трахаться, и что в сумке у тебя штук 40 гондонов. Произведено 100.